Здравствуйте, друзья! Крупный банк начал падать, и как только я это увидел, я сразу же сел снимать это видео, потому что ты должен понимать, что происходит прямо сейчас, не только с банковской системой, но и с ФРС США, потому что это важно для рынков, в том числе и для биткоина. ФРС США сделала несколько шокирующих и неожиданных для рынка заявлений, на которых фондовый рынок начал падать, а отскок дохлой кошки, демонстрируемый биткоином, затормозился. Кроме этого, администрация Байдена находится в шаге от прямого удара по Ирану. Эскалация на Ближнем Востоке растет с каждым днем, и это накладывается на пограничный кризис в Техасе. Итак, это будет очень насыщенный событиями эпизод, поэтому не забудь поддержать его лайком. Это очень помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Для меня это очень-очень важно. Большое спасибо за поддержку. ФРС США оставляет ставку на прежнем уровне, а Джером Пауэлл также сказал, что они не готовы начинать снижение процентной ставки. Рынкам это совсем не понравилось. Они надеялись, что ФРС США начнет снижать ставки немедленно на первой же встрече в 2023 году. Да, инфляция снижается, но цены все еще очень высоки и все еще растут. Просто скорость роста стала немного ниже. И если ФРС США снизила бы процентную ставку и снова начала бы печатать деньги, то риск повторного витка инфляции значительно вырос бы. Однако ФРС США подала слабый сигнал о том, что она уже закончила повышать процентные ставки. Комитет по открытым рынкам ФРС США удалил формулировку из речи, которая указывала на готовность продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%. Однако этот же комитет заявил, что пока не планирует снижать процентные ставки, поскольку инфляция все еще превышает целевой уровень Центрального банка. Поэтому, друзья, если ФРС США и понизит ставку в этом году, то лишь потому, что экономика заставит их это сделать сделать, она скатится в официальную рецессию. А экономика действительно начинает испытывать некоторые проблемы. Так, вчерашний отчет о занятости говорит о том, что было добавлено всего 107 тысяч рабочих мест в частном секторе. Это было ниже ожиданий рынка, значит, рынок труда наконец-то начал охлаждаться. Итак, ФРС США все-таки сократит ставку. Но понижение будет негативно мотивированным. Не достижением инфляции в 2%, а достижением официальной рецессии в экономике. И это не очень хорошо для фондового рынка. Из-за высказываний ФРС США индекс Доу упал примерно на 300 пунктов. S&P 500 тоже падает на 1,6%. NASDAQ упал еще больше. Но кроме этого мы видим, что рынок облигаций колеблется вокруг 4%. Зато в течение последних месяца растет нефть она выросла с 70 долларов 1 января до 76 долларов 1 февраля кроме того золото все еще держится выше 2030 долларов а биткоин все еще находится выше 42 тысяч долларов хотя технически кажется что коррекция еще не завершена посмотри на это банки использующие разницу в процентных ставках злоупотребляли преимуществом программы экстренной финансовой помощи от фРС сша и получали или безрисковую прибыль посредством арбитража. Эта программа была запущена в марте 2023 года после коллапса Silicon Valley Банка и ряда других банков. Без этой программы мы бы увидели еще больше коллапсов банков. ФРС США не только пересекла эту деятельность, как только ее обнаружила, но и решила прекратить эту программу помощи 11 марта 2024 года. Ну а пока что ФРС США повышает ставку по программе экстренного кредитования банков чтобы остановить арбитраж прямо сейчас простыми словами это означает что фРС сша повысила ставки для банков и сократила ликвидность для них и как мы видим это уже приносит свои результаты Нью-Йорк Комьюнити Корп рухнул, поскольку риски, связанные с недвижимостью, всколыхнули рынок. Это то, о чем я предупреждал давным-давно. Эвергранд, крупнейший китайский застройщик, окончательно рухнул 29 января 2024 года. Суд Гонконга приказывает немедленно ликвидировать компанию. Я пытался заранее предупредить людей о том, что нас ждет. Я знаю, люди крайне нетерпеливы, и если они слышат какие-то предупреждения, то хотят, чтобы они оправдались уже завтра. Но рынкам всегда требуется время, и время для Эвергранда наступило. Эвергрант ликвидируется. Это вторая причина, почему акции Нью-Йорк Комьюнити Банк Корп обвалились на 46%. Посмотри на этот график. Это безумие. На самом деле банк предпринимает необходимые шаги для спасения. Например, они наращивают денежные резервы на покрытие возможных потерь из-за сокращения кредитования. Сокращение кредитования означает, что потребитель слабеет, точно так же, как и экономика. Нужно отметить, что Нью-Йорк Community Bank Corp в марте прошлого года выкупил обанкротившийся Signature Bank, но теперь сам испытывает большие проблемы из-за сектора недвижимости, следующего источника боли для банковской системы. На данный момент банк борется с кредитными рисками, включая множество проблемных кредитов на кооперативные комплексы и офисные помещения. Банк выделил шокирующие для аналитиков и акционеров деньги для компенсации кредитных потерь это 552 миллиона долларов. Это застало рынок врасплох, что и привело к падению акций банка на 46%. Затем торги были остановлены. Мне показалось, что это тоже очень-очень интересно. Количество кредитов, выданных банками с просрочкой от 30 до 89 дней, подскочило на 48% за последние три Месяца. Это говорит о том, что положение людей не улучшилось, экономика развивается не лучшим образом, и людям приходится очень тяжело. И я думаю, что в первом квартале, после того, как все долги по кредитным картам накопятся после праздников, ситуация только обострится. Поэтому на данный момент дела обстоят так. Рынки очень обеспокоены тем, что собирается делать ФРС США. Банки по-прежнему находятся не в лучшем положении. Но мы также должны смотреть на рынки со стороны. Мы должны смотреть на то, что происходит с геополитическим ландшафтом. Ведь как бы нам ни хотелось, это, к сожалению, может сильно менять ситуацию на рынках. Посмотри, например, на это. Байден обещает принять историческое решение об ответе на атаку беспилотника в Иордании, в результате которой погибло три американских солдата. Историческое решение заключается в прямом ударе США по Ирану. В их новостях, например, говорится о том, что США должны ударить по Ирану. Я от всей души соболезную каждому, кто в это непростое время погибает. А таких людей, к сожалению, много. Увы, такое происходит, и многие люди являются просто заложниками этой ситуации. Но возможный удар США по Ирану – это еще одна серьезная эскалация и без того напряженной ситуации. Этот конфликт на Ближнем Востоке может стать намного, намного больше в любой момент. И это еще один большой риск, которого мы должны остерегаться, потому что если мы это увидим, если мы увидим еще больше черных лебедей, мы увидим, как нефть поднимется еще выше, и это усугубит инфляцию. Мы видим уже, что из-за кризиса в Красном море компании и страны выбирают другие логистические маршруты, что приводит к удорожанию товаров и доставки, что тоже влияет на инфляцию и борьбу с ней, что в свою очередь влияет на решение о понижении ставки, и что в свою очередь влияет на то, что рынок тормозит с ростом. И тогда это может означать, что ФРС США начнут снижать процентные ставки позже, чем могли бы, если эта эскалация произойдет. Есть еще один нестандартный фактор, на который мало кто обращает внимание на рынке и очень зря. Международный валютный фонд предупреждает, что искусственный интеллект затронет почти 40% глобальных рабочих мест и усугубит общее неравенство. Многие из тех, кто защищает искусственный интеллект, например, крупные технологические компании, продолжают говорить, что это здорово, это изменит нашу жизнь, нам не придется ничего делать, роботы будут работать за нас, а мы будем получать безусловный базовый доход в размере... 500 или 1000 долларов в месяц в виде цифрового доллара или другой цифровой государственной валюты и все будет хорошо. Но даже 1000 долларов в месяц к тому времени, когда ИИ захватит 40% рынка труда, не покроют даже твой ежемесячный счет за продукты. В любом случае, МВФ оценил потенциальное влияние ИИ на мировой рынок труда и пришел к выводу, что в большинстве случаев искусственный интеллект скорее всего ухудшит общее неравенства в обществе. К такому выводу пришли бизнесмены и политические лидеры всего мира на встрече в Давасе, в Швейцарии. Эту встречу ежегодно проводит Всемирный экономический форум. Очень интересно, что они сделали в этом году в Давасе. Они пригласили новоизбранного аргентинского президента, который их же и поджарил. Он разгромил все претензии прогрессизма, которые так дороги участникам Даваса. Зачем они это сделали? Никто не доверяет Всемирному экономическому форуму. И поэтому на самом деле самой главной целью встречи в Давосе было восстановление доверия к ним. Поэтому они и пригласили Хавьера Милия. Никто не хочет, чтобы эти якобы избранные нами чиновники указывали нам, что делать. Никому не нравится, что они пытаются нас контролировать. И практически никто не верит ничему из того, что они говорят. Поэтому у них нет авторитета и нет доверия. Приглашение президента это отчаянная попытка вернуть доверие. Они говорят нам этим. Послушайте, знаете, мы приглашаем некоторых из этих популярных консервативных деятелей, деятелей правого крыла, таких как президент Аргентины. И все это для того, чтобы попытаться вернуть доверие. Кстати говоря, что интересно, Хавьер выступал на испанском, но использовал искусственный интеллект для перевода своей речи на английский. При этом искусственный интеллект говорил на английском его же голосом. А это означает, что скоро мы будем жить в мире, где, например, Джо Байден, Байден будет говорить на мандаринском, а мистер Бист на тангальском. Или вот я, например, буду говорить на испанском, хотя я его вообще не знаю. Ну хорошо, а что это все означает простыми словами? Это значит, что ФРС США может не сократить ставку в этом году. Мы все еще можем увидеть новый всплеск инфляции, особенно если этот конфликт перерастет в Третью мировую войну после прямого столкновения США и Ирана. И я надеюсь, что это не произойдет, но это риск, на который мы должны обращать свое внимание. Также банковская отрасль по-прежнему не в лучшем состоянии. Поэтому я думаю, что коммерческая недвижимость может стать тем самым черным лебедем, который и приведет к краху еще большего количества банков в 2024 году, что вызовет резкий обвал на рынках. На это также влияет и решение ФРС США о закрытии программы экстренной помощи банкам в марте этого года. И опять же, мы должны обратить внимание на то, что происходит на рынке труда и в экономике, что будет делать Байден, что будет происходить, когда Трамп придет к власти, если он придет. Кстати, я думаю, что приход Трампа может стать бычьим фактором для фондового рынка. По крайней мере, на немедленной краткосрочной перспективе, после оглашения результатов выборов, когда рынок будет ожидать исполнения всех трамповских обещаний. Однако затем все зависит от действий самого Трампа. Если не разочарует рынок, мы можем увидеть падение. А сейчас я записываюсь на диктофон своего телефона в очень неподходящих условиях. Здесь шумит бассейн и ездят транспортные средства. Но это очень важно, и я забыл об этом сказать на записи видеоролика. Ситуация в мире сейчас очень нестабильна. Война в Украине не прекращается. Израильский конфликт. Конфликты в Красном море. Напряженные ситуации в Тайване. Между Южной и Северной Кореей вот-вот может начаться горячая война. В Техасе противостояние с федеральным правительством. Прямой удар США по Ирану уже обсуждается. И все это очень-очень странно. Люди очень боятся, не хотят заходить в рынки. Даже наоборот, хотят уходить из рынков. Но самое главное, что тебе нужно знать, посмотри на эту картинку. Все происходящее сегодня, это большие возможности. Да, это может привести к краху рынка. Но на долгой дистанции, в исторической перспективе, эти моменты будут восприниматься как лучшими для того, чтобы зайти в рынки. Как лучшими для того, чтобы заложить основу для своего будущего будущего богатства. Но если ты в этом ужасе от страха все продашь, тогда ты будешь покупать на росте, ты будешь покупать возле пиков, ты потеряешь все. Поэтому смотри на эту картинку, думаю, объяснять больше не нужно. Напиши в комментариях, что ты думаешь об этом, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого!